Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о том, что на ниве российского шоу-бизнеса разгораются нешуточные страсти. С ревностью, невероятным заказом на убийство, миллионами рублей, задержанием виновных и счастливым концом. А участниками всего этого действия являются наши любимцы публики – реальные персонажи криминального мира, а также их адвокаты. Ну а теперь подробнее. Даже не знаю, с чего начать. Лучше всего, наверное, по порядку. Итак, скандал, разгоревшийся накануне, поставил весь российский шоу-бизнес на уши. Однако в этой непростой ситуации кому-то можно найти и выгоду. Темные водички. В первую очередь для поп-короля Филиппа Киркорова. Как вы уже знаете, задержанный спецслужбами преступник. Боевик раскрыл своего заказчика. Якобы Максим Галкин пообещал ему 2 миллиона рублей взамен за подрыв, кого бы вы думали, Филиппа Киркорова. По словам задержанного, шоумен из ревности готов был убить своего вечного конкурента за сердце любимой Аллы Борисовны. Все стороны стали заявлять о том, что подобные сведения не имеют ничего общего с правдой. Однако, так ли все это однозначно, как это может показаться на первый взгляд? В сетях эксперты Инстаграма стали утверждать, что сценарий мог развиваться совершенно иначе. Киркоров мог решить заказать собственное убийство ради новой волны популярности. Это может показаться преданным поклонникам абсурдом, но не стоит отрицать очевидного. На сегодняшний день Киркоров делает все для того, чтобы оставаться востребованным. А черный пиар – это точно такой же пиар, потому что Филипп Бедросович мог согласиться на подобный шаг и заказать убийство, ожидая, о нем вновь усиленно заговорит пресса, и его план действительно удался. Естественно, факт того, что Киркоров тем самым играет судьбой, не отразится положительно на его имидже. Но ветеран отечественной сцены, видимо, не сильно заморачивается по этому поводу, желая во что бы то ни стало не потерять хлебное место. А популярный российский телеведущий и юморист Максим Галкин уже прокомментировал прозвучавшее в его адрес обвинение в том, что он якобы заказал убийство певца Филиппа Киркорова, и назвал обвинение в свой адрес весенним обострением в полной силе, добавив, что в это время года просыпаются не только люди, но и фантазии. Дорогие друзья, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево. Напомню, преступника и его сообщников задержали еще осенью 2017 года. С тех пор четверка находится под арестом. Следствие придерживается версии подготовки взрыва на концерте Филиппа Киркорова. Еще 4 марта обвиняемый рассказал на допросе, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел некий гражданин, похожий на Максима Галкина, и предложивший убить Киркорова аж за 2 миллиона, как вы думаете, долларов, нет, рублей. По словам подозреваемого, Галкин заказал убийство из ревности к певице Аллы Пугачевой. Преступник согласился и получил аванс в 1 миллион рублей. Но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать невинные люди. На сегодняшний день злодеи задержаны, сознались, и все предполагаемые жертвы живы и здоровы, и успели прокомментировать произошедшее. Все, кроме вас, уважаемые зрители. Дорогие друзья, на этом все.
Будем надеяться, что озвученные версии являются просто странным пиаром адвоката подследственного и персонажей шоу-бизнеса. На самом деле, все намного прозаичнее. И существует только в весенних обостренных фантазиях, как мудро заметил Максим Галкин. Итак, всем спасибо за внимание, посоветуйте нашим героям видео. В комментариях, как им жить дальше, возможно, ваш жизненный опыт поможет им разобраться в непростых проблемах. Давайте пожелаем им счастья и здоровья. Подписывайтесь на канал, чтобы мы знали о вас, а вы о нас. До следующих встреч. Желаем всем удачи и наших интересных видео для вас.